Привет, друзья! С вами опять мы. Вы спросите, почему мы так тепло одеты, прибыли все следующие? Дело в том, что сегодня так зимне, холодно. Даже еды не так много. Нам птичья тварь Спаркл, Филамина, приносит еду. Так что сегодня такой холодный день, что мы все трясе. За Филамина ничего нету, кроме ошейника. Мы решили доверить ей плед. Теплый плед. Видите, даже тварь сегодня имеет небольшую юбочку. Для того, чтобы не замерзать. На самом деле, такой съемочный день проходит не очень дерзко. Принцесса Лиси нагревает батарея сцену. И потом на сцене становится, ну так, тепловато. И все могут обходиться и без теплой одежды. Но в такой одежде я должна быть, поскольку так идет за сценарием нашего сериала. Так вот. Сегодня мы расскажем вам о том, что творилось за кадром нашего сериала. Конечно, это все импровизация чистая, потому что на самом деле мы снимаем оригинал. Да, и у нас нет никаких повторов, разве что в клипе, там где... Да. В клипе про День независимости Украины. Это была чистая импровизация, которая была подготовлена по сценарию. Хотя это была не чистая и не импровизация. А больше мы ничего не репетировали. Мы все чисто от души исходит. Да. И мы все актеры желаем вам хорошо провести праздники в этом году, и особенно День независимости. Хоть и знаем, что был он вчера. Мы вчера поздравляли вас, но поздравить можно еще раз. Все, кто не слышал наше видео поздравление, включите его вот так. Да. Даже пусть не сдавалось таким теплым летом. Но мы желаем его теплого вам, друзья. Да. Сообщайте нам, общайтесь с нами на канале знаменитая актриса Энджел Белл. Там вы найдете меня и моих подруг по съемке. Так что вам всем будет приятно. Короче, Файлик, ты потерял свое платье для съемок. Ой, меня снимает. Извините камеру. Извините камеру. Это Рейнбоу, это подготовленный сценарий твой. А вот Рейнбоу единственный подготовленный сценарий, она подготовилась вчера. Потому что идея у нас возникла сегодня. Она подумала, что у нас когда-то утром. И вот. Видите, у нас так холодно замерзла все. Даже крылья смыкать. Зубы стучат. Да. Это крылья серьезки. У нас сейчас немного тепловатая одежда, но все равно не очень жарко. Пока, друзья, смотрите. Второй сезон, он выйдет. Первые 5 серий второго сезона выйдут сегодня. Остальные серии, еще 5 серий, будут завтра. Возможно, все будет по-другому, но это наши чисто планы по будущему. Всем пока!